мы немножко отделились, так как мы встретили в Бангкоке нереальное количество земляков, которые тут же начали фотографировать и снимать. Поэтому нам накрыли специальный отдельный стол, можно сказать, в самом конце корабля. Это открытая палуба. Мы здесь предоставлены сами себе, здесь больше нет никого, здесь только мы и ночной Бангкок. И прям буквально через какое-то время мы начнем путешествие, а в это время нам будут готовить потрясающий ужин. Прямо на открытом воздухе, можно сказать, на корме корабля. Че, давайте подвинем стол. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok.